Пойдемте в спальню. Мама. А можно мне телефон положите-ка уже. А можно телекоцерт? Илюша, не возьми. Читай, не торгуйся. Ты что не прочитал, чтобы торгуваться? Саша, ты не умеешь читать? Я це читаю. Почему? Илюш, ну я слухаю, папа. Почему ты не будешь читать? Илюш, давай, я слухаю, машину. Читаю. Илюш, читай лекцию, ну, машину. Машину будешь читать после этого. Давай. Поехали. Не снимай. Хорошо, не буду. А что читаешь? Лесовые школы. А в лесовой школе? Дивовижні пригоди в лесовой школе. Хорошо, выключи. Ну, читай. Что ты видишь? Что ты камеру не выключил. Илюш, я сейчас дубец возьму. Сейчас смешно, не буду. Ну, выключай, ты бери читай. Мне просто интересно, как ты читаешь. Давай. Память, Илюша, память будет, как ты читаешь хорошо. Давай. Давай, давай. Ну хотя бы одно предложение прочитай. Илюш, я же посуду домыла. А ты так и не начал читать мне. Жив у нас тільки їжачок колючка. І жив у нас тільки зайчик. То Кося, ну хання, горні були хлопці, але боягузи зб. Я вообще ничего не понял. Я поняла, я последнее слово тільки не поняла. Гарні були хлопці.